Здравия желаю. Значит, показываем еще для рептилоидов. Вот эта батарейка зеленая, ты же показывал сегодня. Она, видите, если подобрать правильно вот этот выпрямитель. Вот я ее заряжаю, видите. Потихоньку заряжается. И ток не сматывает. Счетчик стоит, видите. Вот на счетчике, вот она, включена, вот. Лампочка включается, вот. Счетчик пошел, видели? Вот. Отодвинулся чуть-чуть. Вот еще. Видите, это лампочку включал. А батарейка заряжается. То есть зеленая батарейка, точно зеленая получилась. Тихоньку заряжается. Только надо соединить сразу 7 штук, чтобы оно своей теплотой, у нее же теплота, они рептилоиды это отрицают, в ней тепло образуется, когда ток подается. Она своей теплотой 7 штук параллельно, она своей теплотой согревается. Ну и правильно подобрать это напряжение, смотря к каким батарейкам, тут нету, как говорится, точного. Вот видите, уже 9,64, потихоньку заряжается, минут за 20 зарядится, а счетчик вот стоит, счетчик исправный, вот она подключена, с этого же, видите. Все, с рептилоидом, это еще один сюрприз для рептилоидов, которые держат людей на энергетическом голоде. То есть зеленая батарейка, вон заряд идет. Сейчас покажу. Вольтметр. Цифры скачут. Ток не берет. То есть 100 ватт. Здесь 100 ватт, мы посмотрели на первом ролике. 100 ватт энергии. Бесплатно от Бога. И не будем платить рептилоидам.